очереди. Без них обычно не обходится ни одно учреждение социальной направленности, будь то почта, банк или больница. Всем известно, что именно на приеме к врачу можно увидеть большое скопление людей, желающих получить рекомендации по лечению. Окружные власти решили внедрить новую возможность для пациентов, а именно записаться к врачу через интернет-ресурс. Внедрение данной услуги направлено на повышение доступности медицинской помощи населению. Используя сервис электронную запись на прием к врачу, можно узнать не только расписание врачей, но и записаться на прием к врачам, терапевту, педиатру, неврологу, хирургу, акушер-гинекологу, стоматологу, ну и другим врачам. Наша съемочная группа выяснила, как относятся люди к такому нововведению. Результаты нас не удивили, здесь только две стороны медали. Людмила, пациентка больницы, выразила сомнение насчет того, что такой сервис поможет в решении проблем очередей. Насчет того, что на сегодняшний момент это сделать, не знаю, потому что, как видите, очень актуальная проблема. Очереди есть, но особенно к таким специалистам, как хирург, терапевт. Я думаю, что не очень в наших условиях это поможет, потому что время приема врача, оно ограничено каким-то временем, а людей, как видите, всегда больше, желающих, скажем так, попасть сегодня на прием, на текущий прием, больше. Хотя, может быть, те, кто с профилактической точки зрения приходит, те, как бы, может быть, и смогут не сидеть столько времени. Альберт, наоборот, уверен, сегодня весь современный мир перешел на электронные сервисы, а значит, интернет-регистратура ямальцам понравится. Так же, как в банках, так же и МФЦ, электронная очередь – это очень удобно, можно там очередь занял, пошел там по делам, как раз и пришел через некоторое время, у тебя очередь подходит и вызывает, так что не будет никакой ругани там. Кроме этого, новая услуга позволяет не только записаться на прием к врачу местной больницы, но и к специалистам других медицинских учреждений округа. В личном кабинете пациента также есть возможность записывать на прием своих родственников. Здесь же пациент может за сутки отменить запись, если у него изменились планы. Итак, попасть в единую электронную регистратуру ямальцам можно двумя путями. Через сайт окружного департамента здравоохранения или через сайт Иерусалимской центральной больницы. Первый шаг – регистрация в личном кабинете. Кстати, для этого понадобятся данные страхового и медицинского полисов. Затем вы выбираете населенный пункт, в котором находится интересующее вас медицинское учреждение. Далее выбор врача. Выбираете нужного специалиста, ищите свободное время в его графике и записываетесь на прием. Когда вашу заявку утвердят, на электронную почту придет уведомление. В этом случае вам нужно явиться за 15 минут до назначенного времени и обратиться в регистратуру. Попробуйте записаться самостоятельно, это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Дарья Зимина, Александр Логинов, Иван Дармограй, Ямальское телевидение.